Продолжаю говорить о чудесных шариках и палочках. Пользуйтесь обоими продуктами, не боясь, можно комбинировать. Но единственная рекомендация – это пользоваться одним продуктом раз в неделю. Например, вы воспользовались палочкой, неделю ничем больше не пользуйтесь, шарик не вставляете. Неделя прошла, воспользовались шариками. Вот. Либо если вы пользуетесь только одним продуктом, также только раз в неделю. Как пользоваться палочкой? Палочку, значит, достаете, смачиваете ее либо водой, чистенько какой-нибудь питьевой водичкой, либо смазкой. Вводите, держать примерно 20-30 секунд, для девочек рожавших можно подольше, минуту и полтора, в зависимости от того, насколько у вас состояние влагалища, то есть насколько сократилось влагалище уже. То есть каждый подбирает под себя, но у девочек, у которых еще не было беременности, 20-30 секунд достаточно. Засовывайте, немножечко проворачивайте и вытаскивайте. Дальше промываете палочку, насухо протираете и убираете обратно в коробочку. Вот такой палочки вам хватит где-то на полгода, на год, в зависимости от того, как вы будете ее пользоваться. Дальше, шарики. Шарики. Один шарик в неделю, так же, как я говорила. Вставляете полностью пальчиком до конца, насколько это возможно, и все, вы его не вытаскиваете, он сам там растворится у вас внутри, и начнется процесс сужения и процесс очистки вашего влагалища. Обязательно через 2-3 дня после применения шариков нужно поспрессоваться. Спрессуйте, значит, либо водичкой бутылированной, либо кипяченой водичкой, либо если у вас есть отвар ромашки, вот это прям было бы просто супер. Большим количеством жидкости проспрессоваться для того, чтобы вывести всю какую-то из организма. Вот. Сужение хватает эффекта девственности примерно на 2-3 дня, потом постепенно он ослабевает. Но эффект действительно очень сильный. И еще плюс в том, что при использовании этих средств ощущение усиливается, чувствительность у обоих партнеров, как у мужчины, так и у женщины. Вот. Усиливается эффект оргазма очень сильно. Усиливается чувствительность и также помогает предотвратить и избавить от многих болячек. Миомы, различные молочницы, различные инфекции, бактерии, опущения, там, допустим, зуды, раздражения различные, которые возникают. Ну, куча всяких женских болячек, которым мы можем подцепить, о которых мы можем даже не знать. И даже если вы ничем не болеете, это отличная профилактика для того, чтобы просто почиститься, сократить стенки влагалища. Еще при регулярном применении женщинам после родов у них сокращается матка, то есть возвращается прежний размер и даже еще сужается и держится такой эффект на протяжении долгого-долгого времени. Но главное пройти курса. Вот, курс у шариков, значит, 10 шариков это минимум, то есть 10 недель. Вот, палочка также пользуемся регулярно. Вот, я считаю, что такие штучки вообще это просто must have. У каждой женщины должна обязательно быть, неважно сколько вам лет. Самое главное, там, девственницам понятно, что не нужно этим пользоваться. Вот, но девушкам, которые ведут половую уже жизнь, и женщинам, которые особенно рожавшие, это просто вот такое огромное спасение и секреты азиатских наших любовниц, поэтому пользуйтесь. Значит, стоимость шариков 33 юаня, стоимость палочки 75 юаней. Можно заказать либо у меня, либо у моих девочек, представителей замечательных моих красавиц Китая, в различных городах. Пожалуйста, пишите в группу, узнавайте и заказывайте. Желаю вам любви и счастья!